будьте здоровы, люди вольные, а также начинающие любители интересных походов. Сегодня утро начинается вот здесь, в этом лесу. Достаточно прохладно. Март месяц. И отсюда начинается пешая часть очередного небольшого путешествия на несколько дней. Ну, сейчас окончательно проснусь и расскажу, чего и как. Сейчас еще раннее утро. И вот здесь вот начинается, по сути, пешая часть маршрута. Пока иду по лесу. Ну, в общем, суть — это будет пешеходное путешествие на несколько дней. Сейчас идет пешая часть. Сегодня она уже закончится. Так, ладно, сейчас сориентируюсь и продолжу. Ну вот, в общем, вышел я куда надо, в деревне. Тут сейчас будет немножко попроще, потому что идти в основном по дороге нужно будет. По дороге идти весьма удобно. Только пока еще утро, холодно, и вот еще лед на обочине. Иногда немного скользко. А так вообще отлично. Самое милое дело — асфальтный поход. Идешь себе, идешь. Не то что по болотам. Вот откуда дошел. Рюкзак очень добрый. Волки идти. Да, ручки очень кстати. Замечательно. Идти по открытому полю, конечно, не очень приятно. Ветрище такое, что сдувает. Но сейчас вот захожу в лес. Думаю, там будет сейчас поменьше ветра. Ну вот, по лесу топать куда удобнее. Ветра почти нет. Ну и солнца нет. Но это и хорошо. Потому что и так, в общем-то, жарко. Термобелье неплохое. В общем-то, чувствуется, что работает. Поэтому нормально. Идем дальше. Сейчас остановился, ботинок перешнуровал, а то чувствую, стал какой-то небольшой дискомфорт появляться. И вообще, насчет обуви и всего остального, всем советую, если чувствуете даже малейший дискомфорт, чуть-чуть буквально, если даже натирает где-то нога или лямка рюкзака, или еще что-то, нужно тут же останавливаться и обязательно перешнуровываться, значит, там как-то рюкзак перекинуть, ну и так далее. То есть обязательно нужно тут же устранить вот эту причину, потому что чуть-чуть натрет, и все, больше не боец. Дальше будет только с каждой минутой все хуже. Люблю ходить по просекам. Вот по таким. Ну вот, нашел этот ориентир.
опять же, удобно. Дорога, деревня и железная дорога пересекает. Ориентироваться по таким местам очень удобно. Ну, теперь надо туда. По железке. Давайте все вместе напишем письмо Якунину. Пусть шпалы переложат. Сделает их чуть-чуть дальше друг от друга. Тогда и ходить удобнее будет. А то семенишь, как я не знаю, совсем неудобно. А вот еще одна просека. С железкой с моей пересекается. Кто-то уже, видно, ее покосил в этом году. Я вроде пока еще не рассказывал, куда иду. Иду-то я на Звездочку. Там сейчас народ соберется. Дальше будет несколько дней сплава. Ну, кто-то туда уже подъедет, кто-то придет. Я вот решил сначала погулять. В общем, судя по моим расчетам, идти осталось совсем недолго. Километров 7. Так что почти пришел. Сыны, землю потом мешали от войны до войны.
на траву, гляну ясное небо и пойму, что живу. Небо в колокол грянет, мы живем на отцовской земле. Руки с ворога славные дети, и летит ты на крылатом коне. Русь далекие тысячелетия, мы живем на отцовской земле. Наши дети славянские дети. Почти 4 часа уже идет гонка. Среди одиночников я пока первый в абсолютном зачете. Вроде как четвертый. Люди только двойки. С двойками тяжело. Мороза. Какой у вас стартовый номер? Номер! Номер какой? 98. Если из кармана почка сигарет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день. Или это самолет с серебристым крылом? Тут летает, ой, спасибо.